Bond. Listen, I'm using your robot as a relay to get this message to you. I've picked up some unusual chatter regarding your robot. It seems that it has some information that we could use. Oh, wait, where are my manners? This is Lorenzo, a knight with the Brotherhood of Steel. We'd be very interested in examining your tech. Whenever you get a chance, can you bring your robot back to Hidden Valley so I can take a look at it? Hi. Sorry to break in. He sounded truly riveting. I don't want to keep you much longer, but I'd like to make a counter-suggestion. I'm with the followers of the Apocalypse. We're much more liberal about the sharing of technology than those Brotherhood people. Bring your robot to us. We'll see that whatever information it may have on it is used for the greater good. Я вас вновь приветствую на пустоши Мохаве, и я просто зашел сделать операцию в клинике на восприятие, и внезапно меня вот стали прям разрывать предложениями. Если я правильно помню, отдать Эде Братству, это он получит апгрейд пушки, а отдать последователям, он получит более крепкую броню. В принципе, без сознания он у меня был буквально раз или два за все время, поэтому... Я, наверное, за пушку. Хотя, конечно, через консоль можно просто ему прописать эту пушку, но она еще багованная, с броней как-то стабильнее звучит. Поэтому, в принципе, наверное, я все-таки к братству склоняюсь, потому что в прошлый раз на выживании я ему качал живучесть, потому что, блин, это выживание. Там одна ошибка, и ты ошибся, как говорится. Но как бы то ни было, сперва я хотел зайти к оружейникам еще и посмотреть вообще, как оно. Потому что у меня тут куча товаров, которые надо продавать. Я починил этот толстяк, который нашел, и трехлучевую винтовку. Потом понял, что они оба не ГРАшные, и, соответственно, модернизировать трехлучевую нельзя эту. А толстяк невозможно использовать, потому что к нему не годятся те снаряды, которые я могу найти в продаже у большинства торговцев. Такое вот дерьмо. Так, это у нас северные... Нет, южные, наоборот, ворота Фрисайда. И где-то должны быть и оружейники поблизости. Наверное, за поворотом. На фрисайт мы пока что не идем. Апгрейд я восприятие сделал тупо для того, чтобы у меня, ну, повыше были статы как раз таки на взрывчатку, энергооружие. И еще и взлом вдобавок к этому, кстати, апнулся. Вот они, оружейнички. I don't handle buying and selling for the gunrunners. Talk to the robot in the kiosk near our factory. Я не занимаюсь продажей для оружейников. Говори с роботом в киоске около нашей глазовода нашего. Так ты работаешь на оружейников? For around 5 years now. I handle the supply end of things. Raw materials and stuff. Почти 5 лет. Я занимаюсь снабжением. Там грубые материалы и все прилагающееся. Есть шанс, что я смогу получить экскурсию по их заводу? No, absolutely not. Everything inside the fence is off limits, and the guards have strict orders to shoot to kill. Угу. Без шансов. Все, что за забором, имеет полузакрытый доступ, а у стражи четкие приказы стрелять на поражение. A lot of our high-end weaponry comes from pre-war military schematics. If our competition got a hold of them, it'd be bad for business. Почти все наше высокотехнологичное оружие изготавливается по довоенным схемам. Если кто-то из наших конкурентов наложит на это лапу, это будет плохо для бизнеса. Логично.
И кто руководит оружейниками? Out here, we don't have bosses. Me, the gunsmiths, the guards, we all know what we're supposed to be doing. Ну, у нас здесь нет начальства. Я, непосредственно оружейники и охрана, все знают, кто что должен делать. Working for the gunrunners is a sweet job. None of us would dare screw it up. Работать на оружейников слишком хорошо. Никто не рискнет это все запороть. Makers of the finest high-grade weapons and ammunition in the wasteland. If you ever get your hands on a piece of sweet, deadly hardware, there's a good chance that it came from one of our factories. All right, let's see what you got. 63? Ты угораешь? Пошел нахрен. Я даже время свое тратить на тебя не буду. Вот нахрена терминал увольнения спульников? Я им пользовался буквально один раз, только когда у меня напарники прям капитально потерялись. А, и да, я для Вероники прокачал этот кулачок. Она теперь его с удовольствием носит, и он показывает в два раза больше урона, чем то, что мы пользовали до этого. А значит, я считаю, она стала куда полезнее. Единственное, что меня что-то накололи, и я не вижу здесь нигде именно... не вижу ничего в плане ящика почтового, хотя должен быть. Видимо, это надо отметиться где-нибудь еще внутри Вегаса. Можно, кстати, на самом деле это быренько пробежать сделать, но мне лень, потому что я на все буду отвлекаться. Здрасте, здрасте. Welcome, sir or madam. Do you wish to purchase something? All Gunrunner merchandise is constructed on site. This kiosk was specially constructed around me to deter theft and assault. This is the new Vegas branch of the Gunrunners, supplying the wasteland with only the finest armaments since 2155. I am ready to process our transaction. Так, собственно, я хотел посмотреть, нет ли у тебя... Так, это... Sleepy Time, это 10-миллиметровый пистолет-пулемет. Это у нас... ружье калибра 45-70, которое требует 100% навык, который я не вывезу. Это у нас... калибра 308, боевая винтовка. Вся ее разница с охотничьей винтовкой, то, что она гораздо скорострельней. При том же уроне, кстати. Вот субмашинка, на самом деле, это то, что мне внушает, но, опять же, такие требования я не вывожу. Оружие, которое я не понимаю... Базар является уникальной разновидностью... Стоп, а чё это у него 5,56 пули тут? Мне казалось, он должен другими стрелять. По крайней мере, в классике он стрелял 308-ми или 223-ми, не помню. Эх, антиматериал райфл, как много в этом слове. Я его даже не подниму. Обычная снайперка, вот это я уже подниму. Но что-то как-то очень мало урона на фоне крысобоя. А, нет, вру. Он в два раза меньше еще бьет. Так, вот, толстяк Гра и его уникальная версия. Вот это я, конечно, хочу. Гиена, это шишки баб уникальный. Вот это уникальный баллистический кулак, который стоит, как моя жопа. Ну и броня у них тут, в принципе, боевая броня усиленная, ничего сверхуникального нету. Разве что укрепленный боевой шлем тоже предлагает 5 ПУ. Если сравнивать с моим шлемаком, он легче. Все, плюсы кончились.
Ну и модификации. Миниган, плазмолив. На 12,7 ставится глушитель. На обычную снайперку ставится глушитель. Вот детский набор на толстяка, это, конечно, да, это обязательно, это must have. Я, может быть, даже, наверное, сейчас это сразу куплю. Потому что я думаю, что я только с толстяком пойду на когтей смерти. Все, что меньше, все тлен. Вообще, я надеялся у них застать 25-миллиметровый гранатомет. Но, к сожалению, на него я вижу разве что мод. Это немножко грустно. Ну а в плане боеприпасов у них стоимость есть, во-первых, все виды разрывных ракет. Мини-нюк у них есть только, опять же, гаражные версии, нету стандартных. То есть я просто не могу физически им пользоваться. Кстати, Торготрон предлагает чуть подешевле боеприпасы, надо отдать должное. Короче, братан, купи у меня вот это все. Раз уж я это собрал специально для тебя. Блин, чуть-чуть не уложился. А я у тебя куплю тогда, значит, вот этот... О, изолента. Все, уложились, блядь, сделка века. Ладно, все равно самое дорогое осталось на потом. Камбэк обязательно. А, у меня еще трехлучевая винтовка на этот осталась на десерт. Welcome, sir. Значит, мод для 25-миллиметрового гранатомета. Где он там? Так, кстати, вот интересно вообще, эта перчатка-то с пушкой, она модифицируется хоть как-то? Я просто по рукопашному оружию вообще плохо шарю. Так, крупнокалиберная винтовка, уменьшенный вес. Круто, только я ее все равно не подниму. Так, 10 мм, я уже близко, вот он. А сколько ты мне дашь за эту трехлучевую? Блин, да это идеальная сделка. Все, братан, свободен. О, ферма издольщиков НКР. Туда нам надо. Но я вообще обещал лагерь Макаран. А мы туда и пойдем? Чего нет-то? Просто на ферме издольщиков НКР, помимо квестов, есть еще одна книжка. Не помню на что, но это книжка. В теплицах, да, кстати, можно разжиться местным урожаем. Можно будет как-нибудь этим заморочиться потом. А, ну да, кстати. Ох ты, блин, что с текстурками? Так, открыто. Раз открыто, надо изучить. Вот, кстати, где эта гребаная фасоль растет. Которую вообще больше нигде на всей пустоши не видел, наверное. Локация здоровенная, конечно. Так, вода, тем не менее, тут водится. А вот в каком из домиков лежит то, что мне нужно, вот это вопрос. Потому что тут, по-моему, два основных здания.
Или это... Нет, рабочая. А, вот, наверное, почему. Я подумал про вот это здание, когда заходил в красный караван, что они очень похожи. И вот оно. Скрытность, это мне очень надо. Потому что скрытность приходится постоянно использовать. Просроченная. Level up. Level up! Так, ну, собственно, идеально просто. Взрывчатка 70, а энергооружие мне надо 90. Ну, на следующем уровне дожмем. Мне даже нет, мне через 2 только уровня нужно будет энергооружие 90. Фу-фу-фу. Куда тогда дальше заливать там? Взлом, взлом, взлом. Взлом, конечно, хочется. Потому что у меня теперь и восприятие дожат, уже все, что можно было, дожат только. Ну и бартер надо. Ладно, взлом проще добить до 70. Потому что, грубо говоря, надел головной убор на восприятие. У меня уже 70 взлома, надел комбез, 75. Все, схвачено, идеально. Так, перк. Перк, перк, перк. Кстати, обидно, что беги, стреляй. Работает только на пистолеты. И пистолеты, и пулеметы. На самое косое. Так, этого не работает. Это соблазн. Но я что-то так посидел, подумал. То есть в оригинальной игре, да, это будет работать. Безусловно. Но в DLC это работать будет только в одинокой дороге. Поэтому пока что это все-таки не горит. Так, стойкость увеличивает на плюс 3. Каменная стена. Вот я подумал насчет вот этого. Но я не знаю, работает ли это на когтей смерти. Поэтому там, если вдруг кто-то, блядь, тестировал, напишите в комментариях, пожалуйста. Будет интересно услышать. Так, понятно. Что-то с перком не срослось. Плазменный привет. Количество ОД при использовании всего, включая гранат, снижено и атакуюсь на 20% быстрее. Не знаю, брать перк тупо ради скорострельности такое себе, мое мнение. Потому что там в любом случае это не самое скорострельное оружие. Так, зона поражения. Вот, вся взрывчатка обладает большей зоной поражения. Забавно, то есть его у меня и так разгоняет основной перк теперь. Потому что Сойер переработал этот момент. У меня всего два ранга, и они добавляют 10% урона и 10% сплэша. И брать при этом еще больше радиус. Блин, я боюсь уже, что я сам его тогда не переживу. А вот ложись, мне кажется, больше пригодится. Почему? Потому что как раз-таки плазменный перк еще будет давать тоже... Взрывы при убийстве критическими, нет, не критическими, любыми, короче, энергооружием. И я подумал, что как раз тогда лучше иметь возможность гасить этот самый урон. Тяжеловес. Ну, это если только я хочу ракет-лаунчер с собой таскать. А в принципе, я могу. Но опять же, лучше сперва иметь возможность это дело пережить. Ну, а это чисто для ближнего боя. Готово. Вискарик еще. Так, книжки я нашел, осталось найти квестодателей. Потому что тут, по-моему, кто-то просто из местных жителей может нас напрячь. Так, вот ты без головного убора, ты уже выделяешься. I'm not a recruitment officer. If you want to join the army,
I'm sure someone at McCarran can point you in that direction. Лейтенант Романовский. Impressive, aren't they? You don't see anything like this outside of NCR territory, that's for sure. We get the water, clean water, pumped in from Lake Mead. If you follow the big pipes, they'll take you all the way to the lake. Это да, это факт. Трубы тут далеко проходят. A lot of the crops grown here support the various NCR camps in the region. McCarran, Gulf, and Forlorn Hope, to name a few. We can't have wastelanders popping in here for a free meal. So my squad and I are assigned to keep things from going to hell. Тогда нахрен ты нужен? Если ты не даешь квестов. Тут должно быть как минимум один квест в духе «Ой, у нас плохо с водой». Ой, ядрить тут джунгли. Что «Ой, у нас плохо с водой, нам нужно, чтобы кто-нибудь разобрался с водой». И, в принципе, я даже готов этим заняться. Лагерь Макаран может подождать. Потому что это такой большой детур по локации подозревает. И в итоге мы уйдем в Ветсайд, по-моему. Но я хоть убей, не помню, кто дает квест. Glad the troopers are smart enough not to trample everything. Oh, you here to work? I think I got an extra shovel around here somewhere. Morgan Blake. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, имя должно быть мужским такое. Короче, ты здесь работать. Я думаю, у меня тут где-нибудь найдется еще одна лопата. Ты что тут делаешь? Well, crops aren't doing so well. I'm thinking it might be something in the water. Тут что-то в последнее время посевы не очень растут. Возможно, что-то с водой. The pump station is pretty run down. Maybe you could take a look around the place. See if anything strange is going on. What do you say? Тут недалеко насосная станция. И она уже явно не первой свежести. Может, ты глянешь? Может, что-нибудь найдешь? Что скажешь? Блять, у тебя тут солдаты НКР. Чё ты к ним не докопаешься? Почему я? Thanks. That's great. I should get back to work now. See you around. Ага. Она дальше работать, а нам дали квест. Кстати, да. Когда вот Эда отдавать? Вот это вопрос. Потому что Эда после этого будет недоступен пару дней. На самом деле лучше бы с этим не тянуть. Ты много несешь. Ты несешь весь мой арсенал плюс скафандр. Если я у тебя все возьму, я банально лопну. А, кстати, там вообще кто-то будет, по-моему, на этих насосных станциях. Так что время вспомнить про нее, родимую. Ну и да, моральный мод он. Ты что ли мой рейнджер? Походу репутация дает свои плоды, он уже в боевой броне. Все, мадам ушла в прошлое, теперь у нас серьезный парень. И честно, я рад это видеть. Потому что она, мягко говоря, не очень-то была живучей. Так, я тем не менее сомневаюсь, что это будет кто-то серьезный, поэтому мне этого хватит девайса, я думаю. Насосная станция, на нее, кстати, два входа. Не помню, в чем подвох. Тупо опаленные книжки, журнал. Кстати, да, журнал тут вроде бы надо будет в этих терминалах приличное то ли знание науки, то ли еще чего-то. Так что это нам пригодится, конечно.
Темнее факт, что здесь тупо с серной ничего нету. То есть тупиковое маленькое помещение, да? Так, что, тоже никого? Странно, мне казалось, хотя бы какой-то таракан да будет. Однако тут уже наш моралист не даст нам ничего скоммунизить, не то чтобы особо что-то хотелось. Но вот кедровые орешки, в частности, было бы неплохо. Так, требуется наука 50. Говно вопрос. Как говорится, вы покупаете? Нет, просто смотрю. Красивое. Кстати, что у тебя это? За оружие-то. Ковбойский репитер всего лишь? Не. Я надеялся, это хотя бы трейл-карабин. Так, пока моралист не видит. Хотя бы орешки. А, блядь, терминал-то надо было после того, как починил, изучить. Предупреждение. Фильтрационная система обнаружила радиацию. Внутри комплекса нет утечек. Исследуйте внешние источники. Ну, пошли. Единственное, что я помню, что этот квест связан с последователями апокалипсиса, поэтому завершать его мне не с руки, но по крайней мере... Блять, вы угораете идти в убежище 34? Караван Дана. Я не пойду в убежище 34, нет, сэр. Это дерьмо абсолютно того не стоит. Там вот этот пососный карабин, всеамериканский, который я в гробу видел... Там куча 10-миллиметрового лута. Единственное, что там неплохое есть, это хорошая легкая броня для начала игры. Но то было на какой сложности, когда я туда ходил. А на этой сложности, блин, да пошло оно нахрен. Там даже, по-моему, книг-то толком нет. О, головорез Ван Граф и черная боевая броня. Пофигу, это боевая броня, это дело. Это напарников банально одеть. И кажется, там еще второй такой товарищ лежит. Сейчас починим сразу. Так, я еще вот эту хрень хотел покрафтить. Так, стейк из геккона нет, слэшер. Слэшер у меня есть. А почему я не могу сделать стимулятор? Его делается через Веронику. Да, наверное, через Веронику. Так. Рычажной дробовик. Не хочу я с ним связываться, если честно. Требования небольшие, но и стоимость говнецо наверняка. А вот тебя, приятель... Мы исследовать будем. Так, Вероник, раз Эда нас скоро покинет, держи-ка ты мое барахло, пока в тебя лезет. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? 15 вообще. Ну, может, 16 будет и 10 в идеале. Не густо. Так, караван осмотрели, это хорошо. Это мне пригодится. В убежище, говорю, я пас. Так что будем считать, это просто затравочка была.
Получается, да, кстати, это другой квест тогда про воду-то был. Он потом, значит, затриггерится. Ладно, тогда идем в лагерь Маккаран, как и было запланировано. Кстати, что я теперь подумал? Если я сейчас пойду с этим товарищем к братству, они меня запинают. Соответственно, нужно отделываться от товарища. Так. А поскольку у нас тут будут задачи, которые говорят: звездуй-ка ты, товарищ, убивай чертей. Так, на этом участке практически ничего нету. Тут просто сдвоенная локация, причем, ну, вроде бы даже это из-за модов, вроде бы по умолчанию тут локация эта разделена. Вот здесь были как раз-таки между ними какие-то стены, если я правильно помню. Тут знаю только, что где-то должен быть и интендант. И все. Как ты туда только попал-то, окаянный? А, вот здесь, походу. Типа полоса препятствий гоняет тут, понимаешь? Man, Doc Kemp really fixed me up right the last time I got shot. He's the man to see if he... Move, you lazy bastard! You think the Legion's gonna slow down for your sorry asses? Как побежал-то? Ну, в общем, заходим внутрь. Там для нас есть несколько квестов. Меня интересует тот, который нам, по идее, даст тот товарищ, которому мы сейчас припремся по поводу этого поручения от Красного Каравана. Так, внутри уже лутаться нельзя, однако где-то тут есть снежный шар. Я хочу его тоже заодно подобрать. Снаружи еще вот через тот выход, если выйти, должен быть... то ли рейнджер, то ли какой-то солдат. Ну, еще ты есть, да. Look who it is. I haven't had the privilege, but I'm told you've been an angel on our shoulder. What can we do for you at Camp Karen? Капитану нужны подкрепления. Ты можешь поделиться? I appreciate your concern for Bitter Springs. You've already been quite helpful to the NCR. I suppose it's only right to return the favor. Да? Серьезно? Я теперь имею полномочия просто за счет своей репутации это сделать? Блин, тогда надо солетать в Forlorn Hope. Так, ну давай пока просто так позвездим, наверное. Хотя это всегда успеет. Чем могу помочь? А, ну да, есть такой квест. Он предозревает несколько задач. Это можно сделать, это просто. Honestly, we're fighting a lot of fires right now. The fiends keep pressing their position from Vault 3. Вот тут с тобой я, приятель, согласен. По чертям я хочу. We've got the Legion breathing down our necks across the river. We actually took an officer alive last week, but so far he hasn't spoken a word. Я вот помню, был еще квест, который я проходил на первом прохождении, но упорно не смог найти на втором. Не то, что я специально искал, но все-таки. Это где-то есть заминированный, короче, солдат. Вокруг него просто дохрена ли он мин. И вот его можно оттуда вытащить. Квест довольно необычный. И вот, собственно, что-то я его не могу найти. Так, черти. As in Chem Fiends. Biggest gang of raiders I've ever seen. Nothing like addiction to swell your numbers. Psychotic and completely unpredictable. They set up shop in Vault 3 to the west. Every day they attack our positions and my men repel them. But every day there's more of them and less of us.
I sent one of my rangers after their leader to try and destabilize them. He didn't return. Hell of a thing, losing a ranger. You come to depend on them, and they come through for you so often, you forget it can happen. Ну вот, собственно, нас сразу отправляют в третье убежище. That vault is a hornet's nest. If you have second thoughts, no one would think less of you for it. Watch for civilians, too. The fiends have been kidnapping locals. But the man you're looking for is Bryce Anders. Anders was trying to find the leader, Motor Runner. You hear something like a chainsaw, you've found Motor Runner. Put a bullet in his head, and you'll have some new friends around here. Еще проблема. Yeah. On top of everything else, I can't send a patrol on a bathroom break without it being ambushed by someone who heard they were coming. So somebody's getting the word out. Но вот насчет сдачи информации я не буду. Разговорить легионера тоже, наверное, не стоит. Хотя я вот не знаю, насколько это конфликтует. Я лучше изучу этот вопрос. Кстати, наверное, прямо сейчас и изучу. Ага. В общем, допрос его это в одно время может быть выгоден для легиона. Но, тем не менее, даже если мы его убьем, я так понимаю, Цезарь все равно скажет молодца. Типа, его задача в любом случае покарать предателя. Самому или нет. Но самое главное, допрос Центуриона привязан к Буну. Поэтому лучше подождать и прийти сюда с Буном. Calm is what you have to be when people look to you. And it's all you can be when things are out of your hands. Could be better, I'll say that much. We set up here with our sights set on annexing New Vegas. It's a lot of resources that could do a lot of good for us. But that hasn't happened. If anything, they annexed us. They rake in the profits from our soldiers, and we're stuck protecting them from the Legion. Not exactly the plan. Now we're trying to secure the strip and the dam at the same time, and it's costing us. And in the meantime, General Oliver won't approve any offensive maneuvers. Because he doesn't want to risk losing our positions. So we're in a holding pattern here. And Caesar's on the other side of the river, planning. It's our main base. We took it because it lets us keep an eye on the strip, and it had already been fortified before the Great War. From here we handle most of the logistics for our operations in Nevada. Troop allocation, supply distribution, intel. Usually General Oliver runs the show here. But he's on his way to the dam now, so I've taken on a lot of his duties here. Unfortunately, no. In fact, the word from the ranger stations has been especially concerning lately. It sounds like they've run into overwhelming resistance, and supplies just aren't reaching them. It's been so bad, I asked Sergeant Reyes at Camp Forlorn Hope to look into it, and see how it is that things could be so fouled up there. Everything was going according to President Campbell's plan at first. We met minor resistance from local troublemakers. But our two main objectives are still contested. Mr. House controls the strip and he won't so much as meet with our ambassador. And we're holding Hoover Dam. But Caesar's Legion is positioning itself to overrun it. If it falls, so will New Vegas. We'd be forced to withdraw. Это, кстати, да, для Хаоса регион неприемлем, потому что дамбу Гувера он как раз таки и сам лишь использовал НКР для того, чтобы они держали для него, договорившись, что ему будет как раз таки уходить достаточно энергии на стрип. Так, ладно, с тобой пока все понятно. Где там медик-то, который нам тут нужен? Вспомнить бы. По идее здесь, да. You're new. I'm Angela Williams. Were you just looking around, or this? The OSI lab. We don't get many visitors. The smell puts people off, I think. Nobody ever said science would smell clean and fresh. Anyway, you get used to it if you give it some time. I know I don't sound the part. Get raised by Brahmin ranchers and you never lose the twang. Drives Hildern crazy. But I know every inch of the power grid from Hoover Dam to Shady Sands. That's what we do here. Try to optimize the power output from the dam. Я сейчас представил просто, сколько это километров.
хотя бы примерно от Дамбугуера до Шенти Сенс. По сантиметру, леди, ты там всю жизнь будешь ползать. Some of the others are working on an agricultural project, but truth be told, they aren't making much progress. Not yet, anyway. Ну вот в убежище 22, то, что они предлагают сходить, в принципе, это можно, но это сейчас у меня не в приоритете. Но это один из тех квестов, которые лучше сделать, пока НКР у тебя, что называется, на твоей стороне, просто потому что квестодатель находится здесь, без вариантов. Head researcher. Mostly on the dam project, but I help out on other things when they need me. Gotta be flexible. You mean give you work? No, that'd be up to the administrator, Hildern. He's back there in his office. Between you and me, I don't think he ever leaves. Plenty of mercs go in to see him, though. I can't say. We're not supposed to talk about the research. Not the details. If you're interested, I'm sure he'd see you. Почему-то у меня, глядя на него, что-то про книги вспоминается, хотя не должно. A pleasure to meet you. I'm Dr. Thomas Hildern, Director of Operations, OSI East. I presume you're here about Vault 22? Во-первых, счет. From Alice. I'll see that she's paid right away. Crimson Caravan runs a tight operation. Even out here in the waste, wouldn't do to keep them waiting. Was there anything else? Or were you just here about the invoice? Wonderful. Straight to it then. Have you signed the release forms? No? Doesn't matter. We'll keep that to ourselves. Vault 22. Where to begin? All right. Straight to the point. I believe that the inhabitants of Vault 22 unlocked the secrets of vegetative growth. Plants are spilling from their gate. No one tends them. No one waters them. Yet they multiply and spread in all directions. Find the reason for this miraculous growth, and I promise you the OSI will see that you are generously compensated. Very well. I hope you'll consider this an open offer from the... The Office of Science and Industry. It's a rather expensive topic. I could talk for hours, but I'm sure I'd bore you. Suffice to say, we are the leading edge of the NCR. Our work focuses on practical matters. Medicine, engineering, biology. The dam, for instance. OSI routes its energy supply to our cities in the West. That's only one responsibility of this office. Director of the entire OSI? Me? If I didn't know better, I'd say you were trying to plant seditious ideas in my head. No. I direct our eastern operations. I've been responsible for squeezing unprecedented levels of power from the dam. Мне, блин, не дает покоя то, что как-то это все слишком, как бы это сказать, с ним быстро очень мы договорились. Потому что я помню, там был диалог на вытащить из него еще крышек. Видимо, это только по завершению будет работать. I'm also confronting the problem of food production in what little spare time I have. But I've found some promising leads. Yes, with the assistance of my team, of course. Not yet, but our government understands the value of proactive thought. Our studies project an imbalance between production and consumption. Or, for a layman such as yourself, not enough food, too many mouths to feed. Mass starvation in a decade or so. We aid some programs the Republic has sponsored involving sharecropper farms in the area, but those haven't panned out too well from what I hear. There have been complaints about the amount of water we're supplying, but those are just excuses for lack of diligence, I'm sure. Directly? No. But we attempt to maximize its output. You have no idea how difficult it is to provide power to an entire nation. I also have high hopes for our Helios 1 facility. Unfortunately, I can't say the same for the two scientists who are working there.
So far, they've only managed to achieve 1% power output. I'd send help if I could spare the personnel. To be frank, I have no idea. I leave the fighting to Colonel Shu, and I expect him to leave the science to me. Too many people have opinions on things they know nothing about. And the more ignorant they are, the more opinions they have. Yes, goodbye. Я хочу проверить, что будет, если ему соврать в самом начале разговора. А нет, не уё, нормальным. A pleasure to meet you. I'm wonderful. Straight to it then. Vault. Да, это много чего меняет, блин. Как неожиданно. Hey. Evening. Так, опрашивают тут вроде по диагонали где-то примерно. Локация здоровая, но, увы, наполнение хромает. Ну, говорю, это придется Дабуна отложить. В принципе, можно с ним сюда забежать будет. Хуже-то не будет особо. Так, и где-то тут наверху был переход в другой сектор. Наверное, вот здесь. И да, я никогда раньше не думал, но ведь при хороших отношениях с НКР мы, по идее, можем просто сесть на монорельс и заехать напрямую на стрип. И нам даже не требуется, ну, паспорт покупать или что-то такое. Я никогда это не пробовал. Но опция, тем не менее, есть. Так, братан, я знаю, у тебя ко мне куча задач. Listen, asshole, I know you're not really an NCR health inspector, so you can cut the restaurant critique routine. And I want my 50 caps back. Because I looked it up, and there ain't no disease called colorectal implosion syndrome. So I paid you to look the other way for nothing. Wait, wait, you're not. Oh, wow, I'm sorry. You look just like... Never mind, sorry. So what can I serve you up? Интересно, про кого он говорит, конечно. That's nothing. You just look like the health inspector who stopped through for the yearly inspection a couple of weeks back. I was hoping I wouldn't have to wait another 11 months to see his crooked ass to get my caps back. Ah, well. Anything I can get you? Oh, yeah. You can order up anything you want. As long as it's corn or beans. Just kidding. Haven't you heard? With a few shipments from home and a little variety, the troops are getting restless for some quality grub. What? You can only do so much as a chef with just corn, beans, onions, and peppers. И он нам может предложить как раз-таки найти ему поставщиков. Я вот сходу могу вспомнить про два. Это Нэши в Приме и Обжорка. А вот кто третий? Хоть убейте, не могу вспомнить, кто третий. Well, we haven't had any quality meat in months. Everyone in the camp just eating beans for protein. It isn't pretty. Some of my kitchen machinery is broken down too, so we've been eating mostly raw vegetables. Да это вообще пиздец. And I'm desperate for spices or seasonings. Точно, специи — это красный караван как раз-таки. Это мы договоримся. Это можно все оттелепортироваться, быстренько отчитаться, и все будет классно. It doesn't need to all come from the same source. There are a bunch of different vendors around who sell meat. Fitz, the Nashes, Crimson Caravan. Ну да, вот, я их всех и перечислил. We've never really tried to go out and organize deals with merchants to supply our food. Already having an overstock of food, we haven't needed to.
But we really need some good old red meat on the menu soon. So I'm willing to divert some caps in their direction if they're open to supplying us. Это мы сделаем. The Crimson Caravan would probably be able to arrange a regular shipment, but I don't know of any spices known to improve mood. Hell, we have a whole research department. One guy's even set up in the main terminal building. They're the ones who ought to be looking into it. Ну, можно, конечно, дойти, но, по-моему, они ничего про специи не скажут. Here's the list. We've been scrapping together quick fixes to keep it running for months. I think it finally crapped out and needs a full overhaul. It's the goofy machine behind the counter in the corner next to the stove. I'd be much obliged if you could take a look at it and get it fixed up. И насколько я помню, если у тебя есть навык ремонта 90 или даже 100, ты можешь просто починить ее за здрасте. А иначе тебе придется реально искать целую кучу металлолома. I don't know. Try the various traders around the ways. Or the pawn shop in Westside might have some parts. Oh, I've heard of a place called House Tools you could check out. It's an old factory on the north side of Vegas. Mm-hmm. Just a word of warning, though. I hear no one who goes in there comes back out. Could be traps, crazy robots, or who knows what's in that place. По-моему, роботы. What? Так, вот его чудо-хуйня. А, 80. Ну, 80. Можно, конечно, попробовать скушать ментаты, но, скорее всего, мне совсем чуть-чуть не хватит. Я, конечно, знаю, где можно взять попробовать учебник, но мне жопу там откусит, скорее всего. Поэтому давайте просто прочитаем журнальчик. Тем более, что на ремонт я вроде, да, не читал особо никогда. Обойдя сломанные запасные сопроцессоры, используя примитивные заколки, изоленту и швейцарский армейский нож бойца, откуда у меня все это, вам удается привести машину в рабочее состояние. Яху! Только мне за это ни хрена не дали. Howdy, looking for Chow? Amazing. I thought that thing was done for. That'll help me transform what I can offer the troops. I'll give you a little extra discount the next time you buy food from me. Thanks again. Chow down. Ну, у него тут реально выбор невелик, но, по крайней мере, у него можно покупать свежие овощи в больших количествах, а это что-то. Потому что больше торговцев нет, которые этим занимаются. What do you need to know? Так, понятно, это он просто дублирует. Так, где же снежный шар-то? Я помню, он должен быть просто на каком-то из столиков. Вообще, самых обычных прям. Fiends. Cracked out junkies. All those chems make them a real bitch to take care of. Howdy. А ты кто? Что-то я тебя вообще не помню. Here is what's currently available. Но цена у тебя, мягко говоря, не шибко. Блин, ёбаный моралист. Слушайте, я не знал, что тут медик есть на самом деле за все это время. Хоть о нем и говорили, я хоть убей о нем не знал. Так, ладно, сейчас поищем этот грёбаный шар. Так, в общем, нет, что-то мой склероз, походу, меня подводит. И ничего такого нету. Так, в красный караван мы вернемся. Надо сейчас идти именно обратно, получается. А, где там вход-то был? Здесь. Did the colonel send you? О, вот этот квест. Что случилось? I know. I've been crying. Stupid. I'm supposed to be a soldier. My husband, he's a ranger, and he got murdered by a pack of fiends. Goddamn savages laid his body out to rot. Brass won't say it to me straight, but they mean to leave Esteban out there. I can see that plain.
He was out on patrol. Bunch of drugged-up fiends attacked them. Esteban laid down cover fire while the others fell back. One of the men saw him get shot. He didn't die, though. Not then. They tried to go back for him, but there were too many fiends, and they had to pull out. Damn savages chased them halfway to McCarran. Colonel says he can't spare the men to bring Esteban back home. And the fiends, they put all kinds of mines and traps around his body. Снайперы, too. Снайперы? Вообще первый раз слышу, что там были какие-то снайперы. His best friend, Jackson, tried. Didn't even get permission from his CO, so it could have cost him a lot. But he never came back. Caps. This whole rotten town wants caps. Nobody does anything just because it's right. Fine. You want caps? You can have all of Esteban's back pay. NCR owes me, and I don't even want the damn money. Esteban's body is laid out between some of the buildings, east of the Repcon headquarters. At least that's what his squad mates said. Это мы сделаем. There's an NCR position just north of there. It's on the way. They should be able to tell you what the situation is. А вот про пост НКР я уже и забыл. Хорошо, займемся. Там, в принципе, весь прикол только в том, что там реально куча взрывчатки, и даже мой перк на защиту от взрывчатки меня не спасет. В этом я прям однозначно уверен. Так, здесь надо поискать как минимум рейнджера, и кто-то из рядового состава еще является квестодателем, по-моему. Нам предложат охотиться на именованных чертей, которых штуки 3, что ли. Может, чуть больше. Гранаты просто так лежат. I'm Bitter Root, first recon. You got a reason to talk to me? Да, ты точно. You trying to start trouble? Or do you really not know where I got that name? It's a Khan name. You know, the great Khans? That's what my parents were. I figured I grew up around the bastards. They owed me a name after all they put me through. They're dead. Got themselves killed at Bitter Springs. Served them right, if you ask me. It was a massacre. That's what a lot of NCR folk will tell you. Most of them feel plenty bad about what happened. But I was there. Saw it myself. I don't care what anybody says. The Khans asked for Bitter Springs. They wouldn't leave the NCRB. My damn parents, too. They were just as bad as the rest. Don't I? Mister, you never met my parents. My dad, he got himself fucked up every chance he got. Always started with foe for no reason. Hell, he was the one who taught me to shoot. You know how? By taking pot shots at NCR, and not just soldiers. Civilians, too. Even kids. Then he'd get high with his buddies and swap tales about the folk they killed. Bunch of animals. Ну, это, конечно, да, не есть хорошо. And my mom? A couple of times she tried to sell me to some waster just to score some jet. Even the other cons said she was useless. Damn. Only reason they kept her around was because she was a... How'd my dad say it? A smoking piece of ass. You're not fully grown till you've taken a beat down. Everybody gathers around and hits you till you're damn near dead. After that, if you haven't begged for mercy, you get to choose a new name. One you'll use for the rest of your life. When NCR slaughtered the Khans at Bitter Springs, I hadn't got my beat down yet. I was still too young. Но тем не менее, я знаю, что НКР там уже стрелял и по детям тоже. The way I see it, Bitter Springs was my beat down.
things. Afterward, I gave myself a name. It's all I got from the cons. It's all I ever want. I guess I could tell a pretty good story if I had a mind. But the truth is, I don't know. I just got lucky. They brought me to Daughtry after the battle. He was just a captain back then. Guess he saw something in me. Knew I didn't belong with the cons. Maybe he felt bad, too, about how his men killed my folks. I told him he did me a service, but he didn't believe me. Still doesn't. He's a good man, Daughtry. Doesn't act like it sometimes, I know. But he didn't have to take me in. Даже так? О как. Интеллект 7. Ну, удивляй. It's like I tell Major Daughtry. Best not to look under a rock if you don't really want to know what's there. Could be that NCR found some blood on me and none of it mine. Could be that a few of those cons didn't die from NCR bullets. Oh, heck. I had scores of my own to settle. Deeper ones than NCR ever had. Don't bother asking who they were with. А ведь я этого не знал. Потому что прошлым персонажем я когда играл, у меня было 6 интеллекта. И, по-моему, этой реплики тупо не высвечивало. Так, ёб твою мать, тут диалогов. They're scum. Lazy, trumped up raiders. Most of the time they're drunk or high, and when they're not shooting chems, they're selling them. Used to have a settlement up at Bitter Springs till they pissed off NCR and got slaughtered for their trouble. A lot of us got killed at Bitter Springs. A lot of them, I mean. My parents died too. Yeah, look, he's not my real father. He just looked after me for a while. It's a long story, and I get tired of talking before it was through. Я ее уже всю, блин, слышал. А почему повторно можно говорить? It's like I told you, Daughtry's not my real father. While I guess. I don't keep too careful track of time. I like to keep things simple. Just focus on now. That's why they made me a sniper. You let your mind wander back a ways and you lose sight of what's in front of your eyes. Good way to miss a mark. Guess not. I don't mean nothing by it. You really want to talk to somebody, try Ten of Spades. He's always got plenty to say. Me? I'm here to do my job. For now, that job is shooting fiends. You a merc? Well, then I guess you want to talk to my father, Major Daughtry. Забавно, что эта реплика появилась еще до того, как мы, собственно, вообще узнали, что у него отец там. Never seen you around before. What do you want? Капрал, капрал. Тут, помнится, была какая-то мадам с психологическими травмами, которую нужно уговорить на то, чтобы она шла лечиться. Не ты ли это? Yeah, right. You're sniffing up the wrong skirt. Try me again when you're tall, blonde, and female. Честно, когда я играл женским персонажем, я не помню такой фигни. Вроде бы. Not unless you count the fiends as serious. Gorobets keeps us inside the fence most of the time. Doesn't matter to me. I just shoot bad guys. Sooner or later, they'll move us out to the dam, though. That's when the shit gets nasty. Legion fights to win, and they're smart. Hell of a lot smarter than these crazy fiends. But I don't feel bad about shooting Legion boys. Fiends, on the other hand, sometimes I get pangs of conscience. Not often, but sometimes. Yeah, doesn't sound like me at all, right? But it happens. Some cute little junkie bitch, so fucked up she doesn't even know that she's the bad guy. And I've got a headshot her. Makes me think. Might just be sex, though. I see some cute little number, and I'd rather get in her pants. So maybe I'm a stone-cold bitch after all. Повесточка. What gave me away? The big gun? The shades? Or the attitude? Ну, кстати, у Буна очки вроде бы были. You're not as dumb as I thought you'd be. We got the same sense of humor.
Probably better to walk away while I still like you, though. All kinds of things piss me off. Like, just about anything that anybody says. Tina Spades, first recon sharpshooter at your service. Я так и подумал сразу, что это ты десятка. Десятка пик. Первый батальон, снайпер, к вашим услугам. Откуда же такое имя? DLT, Gorobets gave it to me. See, I wanted to be Ace of Spades. But the LT says, sorry, kid, you're too green. So he calls me 10 instead. It's okay, though. I get a few more kills under my belt. He'll move me up to Jack. Jack of Spades. Sounds better, right? I keep at it. Eventually, I'll make an ace. Think I'll skip queen, though. Да уж. Если ты станешь королевой, это будет слишком. Да, в английском на картах нет дам, у них королевы. Так, давно в снайперах? Shit, long as I can remember. Had a rifle in my hand since I was 3. That's what my dad always says. Дольше, чем я помню. У меня винтовка в руках с 3 лет, как мой папаша говорил. Learned to shoot in our ranch, way west of here. Same as DLT. He's a farm kid too. Учился стрелять на ферме. Далеко на запад отсюда. Как и лейтенант, он тоже с фермы. И когда ты записался в армию? Oh, a year ago? Taught me to kick even more ass than before. These guys, they really know how to kick some ass. Где-то с год назад научили меня еще лучше, как надирать жопу другим. Эти ребята действительно знают свое дело. Чем занимаешься? Kicking ass. See, we're watching the perimeter right now, looking for those fiends to come back. Но мы тут наблюдаем за периметром, чтобы черти не прорвались ниоткуда. Вы тут все время просто ходите вокруг своих палаток. When they show their faces, that's when we go to work. One shot, one kill. That's the first recon way. Угу. Как только появится, мы сразу начнем работать. Один выстрел, один труп. Так работает первый разведбатальон. Oh, yeah, fine. Just a little the stutter. Had it since I was a kid. Doesn't stop me from kicking ass. Hey, no cause for that. What the fuck is your problem? Так, этот старикан, кстати, носит уникальный этот винтовку, короче, Магнума, которым я столько времени бегал. Howdy, name's Sterling, first recon. Can't say I've seen you before. I'd remember if I had. Got a good memory for faces, landmarks and such too. Comes with practice, that's all. And a lot of scouting from place to place. Так, у тебя интересная винтовка, рычага, да? I called her the Lone Carabine. Didn't always have the scope. I added that myself. Я зову ее длинным карабином, на французском причем. У нее не всегда был прицел, добавил сам. Been shooting with her so long. Would have felt guilty to part with the old girl. Я из нее уже так долго стреляю. Меня бы совесть замучила расстаться с этой старушкой. The other snipers use bolt action. But Gorobet says it doesn't matter. Just as long as I could hit my targets. Другие снайпера используют bolt action, как это, со скользящим затвором, вроде так. Но Горячайка говорит, что это не важно, пока я могу поражать свои цели.
Ты всегда был с первым разведбатальоном? Used to be a ranger. One of the first they sent out east. Back before we took the dam. Observation and reconnaissance. Был рейнджером, одним из первых, которых отправили на восток, еще за до дамбы. Наблюдение и разведка. We took the lay of the land, checked out the locals, and kept ourselves inconspicuous. Ну, мы изучали маршруты, землю, общались с местными и держались, ну как это так сказать... Короче, не ввязывались ни во что толком. Couple friends of mine were the first to scout the dam. That was back in 73, I recall. Некоторые из моих друзей были первыми, кто вообще нашли дамбу. Это было вроде бы в 73-м. A lot of those rangers aren't here anymore. Vegas always chewed men up. It's just a little more literal nowadays. Теперь уже многие рейнджеры не с нами. Вегас всегда перемалывал людей. Просто сейчас это, ну, более буквально происходит. И почему ты оставил рейнджеров? Well, that really wasn't a matter of choice. Got myself caught by legionnaires up near Malpay. Это... Оставил я рейнджеров явно не по своему выбору. Меня поймали легионеры недалеко от какого-то Малпейса. They beat me when they first took me. Wanted me to talk. One of the legion soldiers grabbed a knife. Held it under the fire. Короче, сперва они просто меня избивали, хотели разговорить. Один из солдатов легиона взял нож и начал держать его над огнем. Cut through my fingers. One. By one. I kept screaming. Told him I didn't know anything. Отрезал его пальцы. Один за другим. Я продолжал кричать, что я, блин, ничего не знаю. Then he moved to my feet. И тогда они уже к моей ноге перешли. Cutting between the bones. Telling me he didn't want me to run. И делал разрезы между костями, говоря, что не хочет, чтобы я бегал. I thought that was it. Я думал, что мне конец. But I'm here. I know I can't shoot, and I can't trek like I used to. But I'm coming back for them. Но вот я здесь. Я знаю, что я не смогу и уже так эффективно стрелять, как раньше, но я этим ребятам еще покажу. И как же ты оттуда свалил? Они не стали пытаться меня связать, думали, я не смогу сбежать. Я оттуда выполз на моих локтях и коленях. Просто скатился с... как это сказать... с утеса, с уступа, прямо в реку Колорадо. Guess I had a mind to drown, rather than give Caesar's boys the satisfaction of killing me. Наверное, я думал, что скорее утону, чем дам ребятам Цезаря удовольствие убить меня. A couple of rangers happened to be there. They were watching. He jumped on in and pulled me out of there. I caught a lucky break. Несколько рейнджеров повезло, что были неподалеку. Они наблюдали за мной из другого берега. Они тогда спрыгнули в воду и вытащили меня оттуда. Я считаю, мне повезло. И как давно ты здесь? Going on 6 months now. But I reckon we'll be moving out soon enough. Can't talk about the details. Примерно 6 месяцев. Но я думаю, что мы скоро будем перемигаться дальше. Не могу сказать в деталях. Till then, we'll man the towers and keep an eye on the fiends. We've had more than our share of trouble from their direction. Пока что мы здесь просто сидим на башнях и наблюдаем за чертями.
У нас более чем достаточно проблем от их с их направления. Однако, если посмотреть, у него пальцы вроде бы все на месте. Так, как бы то ни было, тут где-то должен быть рейнджер, который их начальник-то. Который майор Палати, или как его там. Однако я его что-то не вижу. Или лейтенант. Может и лейтенант. Carry on. I'm Lieutenant Gorobets, First Recon. If you're looking to collect a bounty, you should talk to Major Daughtry. Кстати, охотник за головами. Помнится, туда будет какой-то непись. Охотник за головами. По одному из его квестов. То есть надо искать еще и майора. А ты вот приемный отец как раз-таки этого горячайки. С той же фамилией. А, нет, стоп. Горобец. Горобец так и считается. Блин, как же тогда горячавка-то звучала? Потому что по-английски явно не так же. Расскажи мне о первом разведбатальоне. We're the finest sniper outfit in the whole NCR. If you need a bullet put into a target from 800 yards away, you call us. Мы лучшие снайпера во всем НКР. Если тебе нужно положить пулю в цель на расстоянии 800 ярдов, ты зовешь нас. Some of my team aren't without their share of scars, though, like Betsy and Sterling. Некоторые из моих, конечно, подчиненных не без шрамов, как Бетси или Стерлинг. Ну, мы с ними уже говорили. А что с Бетси не так? Кук-кук. One of the fiends ambushed her in Ten of Spades. They both managed to escape, but not before Кук-кук raped her. Oh my. Шеф-шеф, один из чертей, поймал ее и десятку пик. Они оба умудрились бежать, но шеф-шеф перед этим ее изнасиловал. Betsy shrugged it off like it was nothing, but her behavior keeps getting worse. Always making passes at every woman who wanders by. Betsy, конечно, пытается держаться, как будто ничего не было, но ее поведение все хуже. И она все старается с каждой женщиной как сблизиться, которая тут проходит мимо. It's inappropriate for anyone in First Recon to behave that way. I could discipline her. But I'd rather she get medical help. И так не подобает вести для первого разведбатальона, но я могу, конечно, ее там настращать, на строгача посадить, но я лучше бы предпочел, чтобы ей оказали медицинскую помощь. Я могу с ней пообщаться про это. I'd appreciate it. As her commanding officer, I could order her to get help. But I want her to agree with the idea. Я буду тебе признателен. Как ее командир, я могу приказать ей идти получить помощь, но я хочу, чтобы она согласилась на эту задумку. Ну а что Стерлинг? Что ты еще можешь добавить? Corporal Sterling was an NCR ranger until he was captured by the Legion. They tortured him pretty badly. He wasn't able to be a ranger after that. But his eyes are still sharp, so I had him transferred to First Recon. Что мне еще расскажешь про первый батальон? We're the finest sniper outfit in the whole NCR. Нет, это было уже. Зачем повторно-то? Так, ну и чё? Часто НКР назначает награды за голову других людей? If they've proven hard to kill, yes. Whatever it takes to get the job done. Even if it means hiring help from the outside. Если их, как оказывается, сложно убить, то да. Что бы ни требовалось для того, чтобы работа была сделана, даже если это требует нанять людей со стороны. Я вот не понимаю, ты мне только что распинался про то, как вы можете снять людей с 800 ярдов. Ну такие, не, ну там какие-то черти, что-то мы не вывозим. Фу. Ладно, осталось найти их майора. А, ну и ты, Бетси. Медицина нужна сейчас стопудово будет, прям жопой чую. Медицина либо красноречие. Медицина у меня в жопе, красноречие терпимо. Но можно лучше. Yeah. Тебе нужна помощь. The lieutenant's been talking to you, hasn't he? Look, I don't need a head doctor.
I'm first recon, damn it. You don't see the others crying about every little bruise and scrape, do you? Угу. Медицину можно закрыть вообще без проблем. Так, Вероник. Ooh, got something good for me? Is it a dress? Не понял. А у Эда, что ли? Твою мать, куда я его дел? А, лол, я его забыл. Я его снять забыл. Бетси, ты только что тут была. Зараза, где ты? Yeah. Психологическая травма будет тебе отвлекать, но ее можно вылечить, как рану от пули. Не, ну, знаете, чисто еврейский момент, мне кажется, что проверка на 60 должна давать больше опыта, так что давайте еще и бухнем. Все равно надо куда-то вливать в себя это дело. Yeah. Ты слабое звено. Я это знаю, ты это знаешь, весь взвод знает. Делай, будешь что-то с этим. Ну да, сурово. Damn. Never had you pegged for the drill instructor type, but you got my attention. You can tell the lieutenant that I finally caved. I'll get help. There's a Dr. Usanagi who's supposed to be good at this sort of thing. Thanks for your help with Usanagi and all. But I still like him tall, blonde, and female. Не прокатило, вычеркиваем. We won't go. Didn't think you'd be back. What's this? Так, стоп, не тот. Я тебя хотел. What can I do for you? Так, вот, договорился я, что она получит помощь от доктора. I caught the tail end of what you said to her. Betsy looked like she'd been slapped right back into basic for a few seconds there. Let's hope that Betsy sticks with the treatment. Knowing her, she won't keep seeing Usanagi if she feels things are taking too long. Do me a favor and let Usanagi know Corporal Betsy's coming. I'd like to make sure the medical clinic has time for her. Хорошо. У вас же, блять, есть рации, но нету возможности просто позвонить куда-нибудь. Ой, два 10-миллиметровых ППшки. Это мы залутаем. Надо просто, блядь, закончить... Чего? Очень простой терминал, который я могу просто взять и вскрыть. Так. Не ЕА и не ЕЕ. Что у нас еще тогда? Плен. Рыженькая. В административной службе. Напоминание. Кидай рабочее место. Выполните процедуры, исключающие доступ к терминалу. Кто этот рядовой? С паролями по-прежнему у него тяжко. Непонятно нахрена, но это была забавная тема. Интересно, кто вообще придумывал эти все записи в терминалах? Ну, так, просто любопытно. Так, тут у нас... У-у-у, тут сколько химии. Блин, это надо обязательно от рейнджеров избавиться и потом как следует тут все изучить. Тут слишком много всего. Ёпт вас тут, я ж вас тут, блин, командира заколебусь искать. Не-не-не-не-не, вам скоро звездец. Я об этом позабочусь. When I got this assignment, I was hoping there'd be more gambling. Не
Нет. А ты кто такой? Странно. Господи, где этот грёбаный... Это я помню, этот парень, наемник. Дай-ка угадаю, у тебя есть для меня работенка. Well, you're too late. I just quit the bounty trade. As soon as I pick up some caps that Daughtry owes me, I'm out of this scrapyard. Ну, ты опоздал. Я закончил работать охотником за головами. Ну, или просто наемничать. Как только я получу от Даттри мои деньги, что он мне должен, я пошел отсюда. Вот только ты должен быть по другому квесту. Я вообще не думал, что ты тут до этого есть. Я колебусь, это все переводить. Well, hey, the field's wide open now that I'm gone. Probably lots of people looking to get in once they hear I quit. Так, за что тебе Даттри должен? Because I killed a couple mercs for him, that's why. You ever heard of Jackson or Night Terror? Потому что я убил для него несколько целей. Вот почему он мне должен деньги. Ты когда-нибудь слышал о Джексоне или Ночном Ужасе? Нет, никогда не слышал. Of course he didn't. Because they crossed paths with me. Конечно, не слышал, потому что они со мной столкнулись. See, somebody gives me a job, I do it. Maybe I complain a little. But my shit gets done. Ну, видишь, когда кто-нибудь дает мне работу, я ее выполняю. Возможно, я немного жалуюсь, но я свою задачу делаю. И ты должен быть типа известным? Well, shit. Feel free to stick a knife in the old ego. I thought I'd made a name for myself around here. Да, дерьмо, я-то надеялся, что я уже себе заработал имя. А тут ты мне прям втыкаешь нож в мое эго. All the more reason to quit this trade. No glory. No easy money, no women, and no glory. Еще одна причина бросить эту работу. Никакой славы, никаких легких денег, ни женщин, ни славы. Ah, shit, I'd settle just for the women. Блин, да я бы уж согласился только на женщин. И как долго ты, значит, наемничал? Shit, I don't know. Lost count. It's been many years. I wasn't always a bounty hunter. I had to take a lot of shitty jobs before this. Да, чтоб я помнил, сбился со счета. Это было так много лет. Я не всегда был охотником за головами. И я делал много другой грязной работы до этого. Yeah. Before I was a bounty hunter, I used to be a caravan guard. You think that was a cakewalk, right? No. Ну да, вот до этого я, например, был охраной караванов. Ты думаешь, наверное, это простенькая работа, да? Да хрен там плавал. The guys always wanted me to wake up bright and early in the morning. I wasn't having that. Эти ребята постоянно заставляли меня просыпаться очень рано. И я это ненавидел. I need at least 10-12 hours of sleep to do my job. That's the price of excellence. Мне всегда нужно 10, а то и 12 часов сна, чтобы сделать мою работу. Такова цена за прекрасно выполненную работу. Господи, как я сам хочу по 12 часов спать. Simple. I'm gonna make myself some easy money. I got a plan. И что ж ты теперь будешь делать? Да все просто. Я думаю заработать легких деньжат. У меня есть план. Once I get my caps from Daughtry, I'm gonna head over to Gamora and start bringing in more caps. Как только я получу свои крышки от Даттри, я пойду в казино Гамора и начну их увеличивать. You see, there's not as many people playing at Gamora. Have you seen the casinos lately? Видишь ли, в последнее время мало людей играют в казино Гаморры. Ты видел эти казино в последнее время? So that means I've got pretty good odds. Once I'm on a roll, I'm gonna get three girls. Three. Если бы это так работало, как раз таки
в рулетку, без разницы, сколько играет. Я вот немножко уже поэкспериментировал со своей одной удачей и понял, что единственное, где мне более-менее хоть что-то светит, это только рулетка. Все остальное очень сильно зависит от удачи. И просто выиграть нереально. А с рулеткой тоже, на самом деле. Любые более-менее рискованные ставки, даже 2 к 1 уже нереально выиграть. А вот 1 к 1 я выигрывал, ну, наверное, в 75% случаев. Так что таким макаром я вот Вики Венс как раз-таки уже обнес. All at the same time. Give or take 600 caps. Can't get that over here. В общем, он считает, что у него хорошие шансы, и как только он загребет деньжат, возьмет сразу 3 девчонки. И все это около 600 крышек. Такого здесь я, конечно, хрен увижу. The girls at Gamora, I'm telling you. This plan, I got it all worked out. Ох, эти девчонки в Гаморе. Я тебе говорю, этот план, он проработанный. И почему ж ты бросил-то свою работу? See, I thought the bounty hunting trade would be easy money. Ну видишь, я надеялся, что это легкие деньги. I ran into this Mark who was a little too tough for me. I mean, I could have taken him. Я тут наткнулся на одну цель, которая оказалась для меня слишком сильной. Ну, я не смог с ним справиться. Или наоборот, смог бы с ним справиться. Но этот парень добавил мне много ожогов. А, нет, этот парень добавил бы мне ожогов, а то и вовсе порвал бы жопу. Так что я всегда рисковал своей жизнью, но здесь это просто того не стоит. Собственно, он и должен был нам о нем рассказать, но не может, потому что у нас нету соответствующего квеста. Так, я все еще начальника. И пока что глухо. По-моему, он должен быть где-то недалеко от входа. А не он ли это часом, нет? Да, по-моему, он. Здрасте. Если это плохие новости, ты лучше сразу иди к полковнику. Если это хорошие новости, ты лучше, чтобы они касались мертвых чертей. А, вот, Bitterroot. Горячавка это Bitterroot. Господи. Я слышал, ты ему отец. Adopted father, yes. I was very proud when he made first recon. Приемный отец, ну да. Я был очень горд, когда он вступил в первый разведбатальон. Ты, говорят, был в Bitter Springs? Yeah, I was there. I was Captain Daughtry then. That whole situation was a mess and could have easily been avoided with good intel. Ну да, был там. Тогда еще капитаном. Вся эта ситуация был полный раздрай, и ее можно было бы избежать, если бы разведка была лучше. The major in charge at the time made a bad call. Но тогда майор был за главного, и он тогда отдал плохой приказ. By the time any of us realized there were civilians down there, women and children. The shooting had already started. К тому моменту, когда мы все из нас осознали, что там были лишь гражданские, дети и женщины, стрельба уже началась. The major froze up at the news, and we couldn't get another word out of him. I took over and salvaged the situation as best I could. Майор тогда просто завис, когда получил это донесение, и мы не смогли от него добиться никаких приказов. Я принял командование и, ну, выжил из ситуации все, что мог. Салвач, по идее, это у нас как? Свернул операцию. For my effort, I was promoted to major. Not quite the way I'd have wanted it. И за мои усилия мне дали звание майора. Не таким макаром я хотел его получить, конечно.
Что ты мне можешь рассказать о великих ханах? We know they supply the fiends with illegal kims, but they never stick around for long. They know the land and move quick. Мы знаем, что ханы снабжают чертей химией, но они никогда не остаются подолгу. Они знают эту землю и быстро передвигаются. There's talks about taking out their base at Red Rock Canyon, but nothing ever comes of it. The great khans are great fighters. Были разговоры о том, чтобы заняться их базой в Red Rock Каньоне, но никто за это не берется, потому что ханы хорошие бойцы. If we did go up against them on their home turf, we'd win, but casualties would be high. И даже если мы этим займемся на их-то родной земле, ну трудно это назвать родной, но тем не менее на их территории, мы победим, но будут большие потери. Да блин, на самом деле у НКР броня банально в разы лучше, и у них есть снайперы. У великих ханов нету нормальной брони, оружие у них примитивное достаточно. То есть, ну, вроде бы есть какие-то бойцы отдельные с относительно неплохим, если взять их оружейную, например, там даже энергооружие есть. Но не более. Так, что ты мне расскажешь про чертей? They're addicted to every stim, every pill, every psychoactive enema on this fucked up earth. Кучка наркоманов-убийц. Они подсели на любой стим. Лол. Разве зависимость от стимпаков может быть? Любую химию, любой... Короче, любую дрянь, которая есть только на этой гребаной земле. I've got three fiends I want. Dead, and I don't give a goddamn how it gets done. That sound like something that interests you? Мне нужны головы трех чертей, плевать, как я их получу. Интересно? Возможно. Назови имена. First one calls herself Violet. God knows why. The name is the prettiest thing about her. Spends most of her time with a pack of vicious dogs. О да, вот это как раз та мадам, с которой я чуть не столкнулся, когда выходил из третьего убежища через черный ход. Я просто отложил ее убийство. Почему? Потому что именно после взятия квеста на ее арене появляется дополнительный лут. В общем-то, ее зовут Виолетта, хрен его знает почему, имя у нее самое прекрасное, что есть, и проводит большее время она в окружении своих собак. Then there's driver Nephi. He's fast and he's brutal. Killed about a dozen of my men with a goddamn driver iron. Hence his name. О да, кстати. Второй драйвер Нефи. Он быстрый и он, зараза, мощный. Убил около десятка моих людей с грёбаной клюшкой для гольфа. Да, у него действительно есть уникальная клюшка, которая годится для выполнения одной из ачивок, которую я... Не знаю еще, буду ли делать в этот раз. And finally, Cook-Cook. Cook-Cook loves using his flamethrower on his victims, usually after he rapes them. Ну и шеф-шеф. Шеф-шеф обожает использовать огнемет на своих жертв, обычно после того, как их изнасилуют. Бля, маньяк, конечно, тот еще. В чем, кстати, есть мод, я вроде бы его не ставил, который... позволяет с шеф-шефом даже немножко пообщаться и сотрудничать. Это вырезанный контент. Изначально их банда была более уникальной, и там были диалоги, вроде бы даже были какие-то мелкие квесты. Но это все вырезали из финальной игры и сделали его вот просто таким злодеем. I'm not gonna feed you any bullshit. These aren't your common Vegas trash. They've all killed good NCR men. Я не буду тебе запудривать голову. Это не обычные там отбросы с Вегаса. Они убивают хороших людей НКР. You go after them, any of them. You're in for a hell of a fight. So, which one's it gonna be? Итак, если ты будешь с ними сражаться, тебе предстоит та еще битва. И за кем ты пойдешь? Я пойду за Вайлет, потому что я знаю ее местоположение, оно достаточно близко. Лагерь шеф-шефа там тоже недалеко, а вот где этот драйвер, вот это я не могу сказать, я не помню.
Я помню только, что на кого-то из них, по-моему, нам даже выдавали первый разведбатальон в помощь. Блин, целый разведбатальон. Тут двух-то солдат дают, уже счастлив. Violet, it is. Wish I could give you more advice on how to bring her down, but we know less about her than the other two. Violet, значит, я могу тебе дать совет по поводу того, как бы... Нет, хотел бы я дать тебе совет, как ее свалить, но мы знаем о ней еще меньше, чем о двух других. Как говорится, потому что от него получали больше пиздюлей, чем информации. Just watch out for the dogs. She raises them herself. They never leave her side. Ну, на самом деле, она самая легкая, потому что собачек можно просто из глушителя выщелкнуть чуть ли не ваншотами. А сама она... Я не помню, чем она вооружена. Не буду врать. Да, не буду врать. Короче, просто опасайся собак. Она их сама вырастила, и они ее никогда не оставят. Где я могу ее найти? Good question. Fiend territory is southeast of here, but they range all over the area. None of them stays in any one place for too long. Ну, короче, их территория к юго-западу, а вот где точно, хрен его знает, они постоянно двигаются. На самом деле нет. Я должен знать еще что-то. One more thing. If you want the full reward, you need to bring me a recognizable head. My superiors need proof they're gone. Вот это, кстати, да. Он говорит, что надо принести полностью узнаваемую голову. Потому что начальство хочет полное доказательство. Поэтому никаких хедшотов, блин. That means no headshots, no decapitations, till after they're dead, and no damage to the face. If you want to be safe, aim for the chest. Ну, это да. Надеюсь, то, что я, если использовать буду гранатомет, ей ничего не оторвет и не засчитает. You bring me a head that looks like a rotten tomato. People will be doubting, and I won't be authorized to pay the entire bounty. Если ты принесешь мне голову, которая будет похожа на сгнивший помидор, люди будут сомневаться, и я не получу права выплатить тебе полную награду. Good luck to you. And don't get careless. Удачи тебе и не ослабляй бдительность. Ну окей. Ну все, я думаю, я достаточно времени и так провел. Давайте на всякий случай забежим в красный караван обратно и в медицинскую клинику. Отчитаемся о проделанной работе, и, собственно, в следующей серии мы будем охотиться на как раз-таки чертей по полной и продолжим сотрудничать с Красным Караваном, потому что Красный Караван — это все-таки хорошие квесты в плане своего КПД. Сейчас приду. Здравствуй. You're back. Do you need medical attention? Капрал Бетси собирается к тебе на лечение. Mental trauma can be just as debilitating as physical injuries. Fortunately, I'm well qualified in such treatment. I'll make time in my schedule. Все путем, хорошая карма. Причем у тебя нет опции даже как-то это дело запороть. То есть, вот вроде говорят про отыгрыш, да, но на самом деле его практически нету. То есть есть ряд квестов больших, которых можно что-то запороть. То есть, ну, теоретически придумать-то можно все, что угодно на самом деле. Типа сказать, что ты там супер-доктор, да? Я не знаю, условно говоря, там, заманить ее куда-нибудь и тоже, блядь, изнасиловать. Почему нет? Теоретически-то что мешало бы такой вариант придумывать? Но если так на каждый квест заморочиться, это вообще тогда... Игра бы весила, наверное, еще в полтора раза больше. Потому что это же все озвучивать, это все в скриптами сшивать. Это тяжело. Так что имеем, что имеем. Hey. Так, здорово. Welcome back. Счет доставлен. Well, you've proven yourself reliable so far. Would you be interested in more important jobs? Какая еще работа будет? As much as I like to handle matters personally, I can't be everywhere at once. There is a negotiation with a smaller trading outfit that I'd like resolved as quickly as possible. О, точно. There's also the matter of Henry Jameson, an employee whose services I'd rather do without.
His family connections make it difficult, however. Этот Генри находится на Фрисайде, то есть мне придется идти на стрип для этого задания, так что пока я пас. And finally, I need someone to acquire the Gunrunner's manufacturing specifications. This job needs to be quiet. No alarms, no deaths. Это все через стелс-бой делается, но пока со мной рейнджер, опять же, стелса не выйдет. А переговоры — это как раз-таки Кэссиди, с которой мы столкнулись на ванпосту Мохаве, которая меня, собственно, сюда отправила. Так что давай про переговоры. There's a small trading outfit, Cassidy Caravans, that I'm interested in acquiring. They've been rather competitive, so it's time to buy them out. I have it on good authority that the owner, Cass, wants out of the caravan business. Cass frequently trades with the NCR, so you'll likely find her at the Mojave outpost. Что с Генри? The Jamesons are very wealthy ranchers back in Redding, California, and significant investors in the Crimson Caravan Company. I was pressured into posting young Henry as the manager of the New Vegas branch. As you can see, he wasn't exactly cut out for the job. He was much more interested in gambling and prostitutes, and because of his family, I can't simply fire him. Henry needs to be convinced to quit, one way or another. I won't have a useless employee on the company payroll. Задача на самом деле простая. Просто нужно пройти до Фрисайда. Но оружейники, говорю, там просто стал сбоем, все решается. The quality of the Gunrunner's armaments is due to their manufacturing process. They craft all weapons on site. I want to know the secrets of their manufacturing process, which means you'll need to find some way to get inside their heavily guarded factory. I would greatly prefer that you perform this job undetected and without killing anyone, if it can be helped. Посмотрим, что я смогу сделать. Thank you. Mm-hmm. Можно слиться с работы по оружейникам, но мы вытянем. It's been a pleasure. Да-да. Ну, собственно, все. Благодарю вас за просмотр. Это было, к сожалению, куча диалогов и никакого экшена, но, тем не менее, у нас много работы на следующие пару серий точно. Так что, до новых встреч на пустоши. Всем пока.